Итак, всем добрый день. Это погодное видео. Сегодня уже 2 августа. Вот. Температура воздуха плюс 40-45 где-то на солнышке. Даже может больше. Жарище. Время 3 часа. Сегодня поедем в центр. Погуляем. С эфирчиком. Либо без эфира посмотрим. Вот. Так что, ребят, сегодня идем на пляж, посмотрим, как там море. Утро волны были, стормило. Ну, как бы, вроде как, купание разрешено было там. И вот и флаг висел на пляжах. Ну, и чихает. Завтра уже. Третья, потом четвертая, потом пятая. И что только домой. Красота. В Липецке там все 24-28 на солнышке. Ну, это тоже тепло. Но тут, конечно, жарче. Но не намного. Не, погода супер. Главное, что дожди вообще нет. Ни одного дождика не было только. Вообще. Не, вообще на свою гостиницу. И на номер свой. Так что уичка. Или уже смотрите там. На канале. По-моему, скорее всего, она уже вышла. Выйдет на канале. Вот. А так идем на пляжик. Пляж Родник, Ламелия, Ямайка. Все три пляжа, они прям. Сначала идет Родник, потом Ламелия, потом Ямайка. Я вот как бы сегодня на них пляж хожу. Там идеальное место. Городские даже ездят, народу всегда мало. Не муравейник там, над Жемчужником, где проезд туда вот идти. Многие уже выезжали с утра у нас в гостинице. Тоже многие сейчас будут выезжать потихоньку, потому что 2-3 всегда выезжают. Я помню, мы 3-го как-то тоже выезжали уже. А в этот раз еще дольше мы продержимся, но у нас мы приехали 25-го. Следующий год, я вот думаю, может быть, пораньше немножко. Ну, то есть, приехать, как я вот ездил 23-го, 22-го. В этом году шторм позднее начался, чем обычно. Он такой легкий-легкий шторм. Это я не... Ну, реально не назвать это шторм. И на улице пекло, ребят. Пекло прям хорошее. Вот где лето. Вот здесь лето. Так, чуть-чуть. Лето солнце гора. Все, наверное, отдыхают, все спят, либо кушают там, обедают, а мы на море идем. Пораньше. Пораньше сегодня, потому что в центр едем. Посмотрим, как будет сегодня. Будет ли связь в центре. Ну, по идее, должна быть связь. Посмотрим. Да, ветер есть на улице. И на море слышно ветер, наверное.
когда-то фотографируемся, потом закат. Сегодня закат, наверное, будет в Анапе, скорее всего. Ох, хорошо. Может, и нет, может, не успеем сюда. Если в 5 уедем, то мы 3 часа. Ну, вон и есть. Есть, а будет? Ан-24 полетел. Да, пассажирский. Куда-то летает. Еще старые самолеты летают. Старые, да? Угу. Ага. И секунду продолжим. У нас желтый флаг висит везде. На купание можно. Хотя тут вот табы. Как бы нарисован такой купальный блюд. Ну вот, как бы где правда, где ложь. Непонятно. Наверное, это мой рай, скорее всего. Прям кайф, погода кайф, блин. Хоть и молния, ребят. Прям шикарно. Раки горячущие, друзья. ВДВ. А, да, сегодня же день ВДВ. Вот что, правда. Сегодня же день ВДВ. О, в Анапе там будет народу. Да, что, сейчас. 3 секунды продолжим. Так, ну а мы идем. Море чистое, прекрасное. Кайф, просто кайф, ребят. О, кайф, такое прямо море. Не было бы волн, пока оно было. А по сути и волн нет таких вот. Как бы сказать, вот тут вот. Где мелко. Да. Море, еще раз море. Кайф. Не, кайф, все равно. Так, вот это где-нибудь сейчас, вот тут. Побудем. А они везде вот вообще. Ну да. Вода, парное молоко, ребят. 28-29 градусов, наверное. Прям очень теплое молоко. Наверное, это мой рай. Thank you.
так нет. Шикарно вообще, кайф. Просто кайф. Кайфуем вместе со мной. Да, ребята, вот такой кайф можно получить. Надо идти еще вниз. Секунду продолжим. Кайф, ребят. Вот такой кайф. Да. Это тоже не кайф. Вот где кайф. Всем хорошего дня, отличного настроения, всем удачи, всем пока-пока. Это было вот такой кайф наш в Анапе. Так, вот такой вот народу, полдесятого утра уже, народу полно, там особенно. У нас тут мало народу вообще. Тут мало народу вообще. Вот только вот полдесятого утра, вот только вот мне народу тут. Всем добрый вечер. Сегодня у нас в Анапе гуляем. Тут вон вообще нет на этом как. На центральном пляже там есть вполне, но такие как у нас там. Что ли берег другой или кто, я не могу понять. Так что, ребят, без эфира сегодня будет запись, не переживайте. В высоком качестве HD. И это тоже как красиво. Всем хорошего вечера, позитивного настроения, всем удачи и всем пока-пока. До следующего видео и эфира. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Дальше еще интереснее будет. Всем пока-пока. Закат обязательно сниму тоже.